Привет всем, добро пожаловать на мой канал. Спасибо. Привет всем, добро пожаловать на мой канал. Сегодня это будет очень необычное видео, потому что, как вы же видите, я в аэропорте. Сегодня я улетаю. Это будет путешествие. Будет полностью на русском. Если вы меня спрашиваете, почему, это потому что все русские люди меня очень поддерживали, когда я выкладывала мой первый видео на русском. И из-за этого я хотела делать этот видео. Я хотела снимать этот влог по-русски. То поехали. Русчок он еще. Идем, да. Мой отец меня спрашивает, почему я говорю по-русски. Там есть самолеты, очень красивые. Там есть русские, но я не уверена, если мне надо идти говорить. Не знаю. Вообще я говорю с иностранцами. Вообще я говорю с иностранцами, но сейчас в аэропорте не знаю, если у них есть тело важное. Из-за этого не говорю с иностранцами сейчас. Да. Говорите со мной. Мы гуляем по аэропорту, потому что хотим видеть, что там есть. Я хочу найти иностранца, чтобы говорить с ними. Но когда я найду иностранца, мне очень страшно, потому что не могу говорить с ними. Не знаю почему. Если вы меня видите, говорите со мной. Мы идем куда-то сейчас. Не знаю, где конкретно. Да. Что это? Там есть много людей. Опять? Я не вижу этот звук. Очень-очень громкий звук. Ладно. Поняли. Это по-английски. Никогда не могу снять видео там. Извините, вы из России? Да. Куда прилетаете? Мы в Кайсери. Вы? Каппадокию. Да, Каппадокию. Каппадокию, окей, поняли. Вы откуда из России? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, это очень... Я обожаю Санкт-Петербург, но никогда не была в России, к сожалению. То я только хотела говорить с ними, потому что я изучаю русский язык, и когда я вижу русские, я пытаюсь говорить с ними. У вас хорошо получается. Спасибо. Как сказать по-русски? Хорошее путешествие. Окей. Ладно, спасибо. И хорошее пути. Не получилось, ребята. Говорила с ними. Кое что. Меняли гейт самолетов. И я попыталась помогать иностранцам, чтобы они понять, что гейт изменилось. Мне надо говорить с ними по-английски. Но я как полиглота, очень умная, говорила по-испански. Ich bin noch nicht nach Deutschland gegangen, aber ich spreche Deutsch. Sprechen Sie Arabisch? Ja, Arabisch. أنا أيضا أتكلم اللغة العربية لكن ليس جيد. لا، وين جيد جدا. شكرا. ما شاء الله ما شاء الله. طالبة في ألمانيا؟ لا، أنا طالبة في تركيا ولكن أنا أتكلم باللغة الألمانية. كيف عرفتي تتكلمين الألمانية؟ أنا عرفت أتكلم اللغة الألمانية بنفسي. Мы опаздываем, к сожалению. Сейчас самолет улетает. Для меня сейчас. Я
Мы в аэропорте в Анкаре. Это очень-очень холодно здесь. В Стамбуле это было тепло, но здесь там это как очень-очень холодно. Это просто зима. Друзья, я приехала в гостиницу, но... Привет, друзья! Я сейчас выходила из гостиницы. Я иду в церемонию. Наконец-то я получила свой премию. Смотрите его. Очень, очень красивое. Спасибо всем. Мы не знаем этот город, не очень хорошо знаем. Для этого мы хотели гулять с моими родителями. Возвращаемся в гостиницу, потому что нам очень холодно и мы устали. Весь день был очень тяжело, и из-за этого мы возвращаемся сейчас. Смотрите, очень классно. Вот очень красивый. Привет, друзья! Мы вышли в Гёчике. Привет, друзья! Мы вышли из гостиницы, и сейчас мы гуляем по Анкаре. Но проблема в том, что мы ничего не знаем о городе. То я встречаюсь с кто-то и надеюсь, что мы гуляем вместе. Я вам покажу все сегодня. Надеюсь, что это будет интересно, но не знаю ничего о Анкаре, как я же сказала. То надеемся, что это будет интересный контент, интересный город. Стамбул это был гораздо интереснее, но Анкаре я не уверена, если это как будет. Так будет. Да. Итак, я вам все покажу сегодня. И еще, друзья, я бы хотела добавить, что я снимаю это видео на русском, как вы же видите, но причин для того, что я делаю это потому что вы мне написали очень-очень красивые и приятные комментарии для моего русского видео. Из-за этого я хотела сделать этот видео по-русски, чтобы вам поблагодарить тому. То я очень... Мне очень рада. Я не могу вдохнуть. Так как? Это что? Автобус там есть. Я ничего не знаю о транспорте в Анкаре. Ничего не знаю. Друзья, мы вошли в автобусе, но это очень странно, потому что это мой первый раз в транспорте в Анкаре. Да. Наверное, это будет легче вам показать. Вам показать? Показать город сейчас. Японский есть? Да. Японский? Да. Я японский. Говори по-японски. Японский. Коничива. Коничива. Ничего не знаю о японском. Так, это интересно, но азиатские языки мне не интересно. Не знаю почему. Батачива нямгу читаймас. Демо скоши читаймас. Ты изучаешь японские и джапонские языки? Хай. Да. Ничего не понимала.
Куда идем? Чанкая Белядея Вашка. Ну, это Чанкая? Не так думала. Улус? Малта? Малта-то есть там. Что есть магазины, автобусы, машины и, прежде всего, люди. Друзья, сейчас мы идем, и как у меня есть еще время, потому что мы идем только, я бы хотела вам объяснить, как мне происходит с русским. Как вы же знаете, я продолжаю изучать русский язык, но сейчас язык, который важнее всего для меня, это итальянский и, наверное, французский. Ну, русский язык, как вы же знаете, мне очень интересно, очень красивый также. И как мне очень хорошие комментарии написали, это как очень-очень большая мотивация для меня. Из-за этого я хочу продолжать снимать видео с русским. И я хочу тоже объяснить вам, для русских, как изучать языки самостоятельно, эффективно, быстро. Потому что все русские мне попросили, если это возможно, снять видео на русском, объясняя, как изучать языки, то я хочу вам помогать. Грамматика плохая, как вы же видите. Но это не важно. Если я могу говорить, по крайней мере, я говорю по-русски. Грамматика не очень важна, думаю. Смотрите, это очень интересно, очень интересное место. Прежде всего, изучать какой-нибудь иностранный язык, который вы хотели всегда изучать. То какой-нибудь турецкий, французский, итальянский, не знаю. Ну, что вы хотите. Думаю, что Кызылай мне нравится больше, чем другие части Анкары. Потому что другие части были очень, как сказать, пусто, как. Потому что другие части были очень пустые вместе, там не было много людей, там не было интересно что-то, то это так. Но Кызылай интересно, это как Стамбул, Стамбул, скажем, по-русски, да. Друзья, что мне интересно здесь, это у всех людей есть очень интересные, стильные и классные платья. Все люди здесь очень-очень стильные. Да, это очень интересно, потому что да, я такой сегодня. Но у людей есть очень странный стиль. Это очень необычно. Но это очень красивое также. Мне нравятся люди, у которых есть хороший стиль. Это очень важно, ребята. Надеюсь, что я могу поехать в Москве, в Питере, в России. Мне будет интересно, мне будет красиво, я буду плакать, да. Честно, я буду плакать. Мы не можем найти, куда поехать. Ничего не знаю, Корея. Ой. Мы не можем найти, а там есть метро. Şu an ben Rusça video çekiyorum. Sende Rusça var mı hiç? Vardı biraz. Bende. Kalmadı bitmiş. Kalmadı. Yani ben en son padejleri yapamadığımı fark edince 3 sene önce bıraktım. Padejler. En azından privyet de böyle. Privyet. Как тебя зовут? Меня зовут Ирайда.
Olmuş mu? Olmuş. Bitti. Evet, bugün İlayda benimle gezince İtalyanca öğrenmeye başlayacak. Benimle gezen herkes gün sonunda İtalyanca öğrenmeye başlıyor, biliyor musun? 6. sınıftan beri kendisiyle yakınız bir şekilde. Hep başlık bırakıyor. Güzel. Sonunda dillerden anlayan biri bulduğum için yarım saatte dil konuşuyoruz. Tabii yani ilk kez biri bana işsizsin demediği için çok mutluyum şu an. Biraz Çince konuşsana. Çince. Hava. Dada. Ni hava. Boşu. Elifu. Boşu. Şirba sui. Dintiyen omun şu. Ankara'da şu. Ankara'da şu. Orada şu. Hava. Orada mı? Orada şu. Şuma. Nivere yatma. Eribiyacı. O şimdi nivere yatma. Привет, привет. Ама русча konuşamayacağız maalesef. Üzgünüm Привет. Size alt yazı girelim artık. Evet. İlayda ve Привет'ten öteye gitmeyen Rusçası. Ben Rusçarının kızıyım. Ya doçu Ruskava tsara kak vuzhe znaite. Ve İlayda da gördüğünüz gibi Çin prensesi. Çin prensesi kesinlikle. Ja, gestern habe ich einen Preis bekommen. Dankeschön. Друзья, это все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И еще будет другие видео на русском. Спасибо, спасибо, потому что это очень большая мотивация для меня, когда вы мне посмотрите, когда вы мне пишите комментарии, когда вы мне скажете, что мой русский это как хорошо, и я могу говорить по-русски. Это как очень хороший комплимент для меня. Итак, это все. Спасибо. И я буду в Стамбуле. Как нормально. Пока.